Профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. Поздравления они сегодня принимали от волонтеров, которые привезли небольшие подарки и выпечку прямо на станцию. Добровольцев и врачей еще год назад сплотила пандемия. Проект «Мы вместе» был направлен на помощь пенсионерам и инвалидам во время коронавируса. Мы его реализовывали совместно с врачами. Доставляли продукты пенсионерам и инвалидам, доставляли им лекарства, помогали в оплате ЖКХ, даже порой просто выносили мусор. Застать всех сотрудников на станции не вышло, большинство находилось на вызове. А вот те бригады, что были на месте, поздравления явно оценили. Сегодня, вот сейчас на первом самом вызове нам сказали и поблагодарили, и когда мы вынесли довольно тяжелого в плане физического больного, он сказал большое вам спасибо, я говорю, такой тяжелый, мне так неудобно перед вами. Вообще-то редко бывает, вот когда вот именно они говорят, но это было очень приятно. Приятные слова от Совета национальности региона. И от всех председателей национальных автономий и диаспор поздравляю вас с таким вашим прекрасным праздником, потому что вы действительно в народе говорят спасители наземные, земные. Мы на вас надеемся, всегда опора для общества, для всех. К слову, акции волонтеров с поздравлениями в адрес медиков в нашем регионе уже стали регулярными.